Всем привет! Вы на канале Чудо-огород коротко и ясно. И с вами Лариса. Вот и подходит пора. Скоро, уже скоро начнутся поспевания массовые помидор. Сегодня хочу показать вам и рассказать один очень экстравагантный томат, который я выращиваю уже 5-й год. Здесь у меня исключительно высокорослые помидоры. 3 ряда. Все сорта классные. Есть проверенные, есть которые я ращу впервые. Буду обязательно делать обзоры. Это красивые, необычные, экзотические сорта. Разноцветные, разнокалиберные и разноформенные. Но сегодня расскажу о, как я уже сказала, экстравагантном томате под названием... Это вот, кстати, сержант Пеппер. Начинаются бока становиться фиолетовыми. Они потом станут совсем черные. Очень интересный сорт. Обязательно, конечно, потом расскажу и покажу. Так, а сегодня иду вот к концу ряда вот этого. И начинаю свой обзор. Это томат под названием Аурия. Вот так вот он выглядит. Почему начинаю с него? Сейчас очень много вопросов поступает в Инстаграм. Кстати, заходите ко мне в Инстаграм. Ссылка на главной странице канала и в описании канала. Там я отвечаю в директ подробно все о своих действиях, как я выращиваю, как что происходит. Итак, поступает много вопросов именно по длинным томатам. Нападает вершинная гниль. В прошлом году вот на этот помидор у меня тоже она нападала. Я спасла кальциевой селитрой, потому что везде об этом пишут. Ну, я проверила на своих, действительно работает. Кальциевую селитру по таблице сначала полила под корень, а потом через 5 дней... побрызгала по листу, то есть 2 раза делала обработку. Потом у меня в конце лета, в начале сентября был очень большой урожай именно вот этих вот помидор. Итак, я хочу произвести обзор этого интересного сорта. В спелости он красный, чуть-чуть еще подрастет, где-то примерно 12-14 сантиметров в длину. Имеет форму вот такую интересную, без намека напоминающую определенную часть мужского тела. Соседи, многие знакомые, очень удивляются, смеются, кто-то стесняется, но равнодушных нету. Это высокий томат. Он растет без ограничений, если его не прищипнуть. Вяжет тоже до потолка. И на вкус он сладкий, без кислинки. Но что хочу сказать, как все плотные длинные томаты, он долго хранится и при тонкой кожице имеет толстый вот слой. Он практически без семян и суховат. Он такой вот несочный. То есть в банке его можно, вялить можно и хранится очень долго. В этом году не знаю, какой урожай будет. В прошлом году был очень большой и очень изобильный. Поэтому я делюсь семенами. С сентября начну. Также, кому интересно, экзотические сорта томатов, заходите ко мне в Инстаграм. Там я буду подробно рассказывать, описывать, оставлять фотографии, видео. И в сентябре начну делиться семенами экзотических сортов томатов. У меня их более 100 сортов. Вот это вот обзоры я начинаю именно с аурии. Называется аурия. Такого вида томат у меня есть еще эрос оранжевый. Он невысокий, детерминантный. Потом, конечно же, я его покажу обязательно. Также в Инстаграме есть ссылка «Мои томаты 2020 года». Там весь прошлогодний каталог. Кому интересно, заходите, посмотрите. Семена все схожие. Вот кто у меня покупал в прошлом году, очень довольны схожестью, урожайностью. И они не болеют. У них нету очень долгое время. Конечно, к осени это все будет подрезаться полностью почти до верха. Но пока вот поспевают,
В следующий раз сделаю обзор вот такого вот помидора. Это называется «Лотаринская красавица». Он ребристый, тоже в прошлом году много о нем рассказывала. Так что оставайтесь на моем канале, подписывайтесь, самое интересное впереди. Ну, а у кого есть вопросы, заходите в Инстаграм, задавайте их, обязательно всем отвечу. Вот такой вот интересный томат аурия. При хороших стечениях обстоятельствах в прошлом году в каждой кисти у меня было примерно 8-12 плодов. Это очень хороший результат. В этом году посмотрим. Посадила поздновато. И условия чуть-чуть другие выращивания. Очень сильно жарко, поэтому не все завязались. Но, тем не менее, вот я смотрю, до верха он начинает все-таки завязывать. Когда освободится полностью кусты от листьев, будет видно наглядно. Желаю всем удачи, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Самое интересное впереди. Пока!